Дорогие мамы с Херсона, убедительно просим, не пускайте своих сыновей на войну. Это пушечное мясо для Порошенко. Они только деньги зарабатывают, а вы теряете сыновей, и много без вести пропадает. Вот. Мы говорим, потому что мы живем в этом Донецке, мы пережили тут все. И не хотим, чтобы дети ни наши, ни ваши не пропадали. Чтобы они жили, работали, учились и внуков нам давали. А мы уже будем им помогать по мере возможности. А вы сами откуда? Отсюда. Ну, вы скажите, какой это район? Это Куйбышевский район. Там, где вот постоянно обстрелы идут. Сейчас, конечно, спасибо Захарченко нашему. Очень он многое делает. Тяжело ему. Но мы по мере возможности все жильцы Донецка помогаем ему, стараемся. Чтобы республику нашу признали. И чтобы наши ребята были всегда живые и здоровые. И защищали родину нашу.